Держи. Там как будто ничего нет, твой Андрей, конечно. Силы, по-моему. Ну, силы. Ну, ничего страшного.
Я не видел, пытался укачнуть. Дорогие виноваты, от имени администрации и Совета народных депутатов нашего города разрешите вас поздравить с завершением столь серьезных соревнований «Золотые купола». Они действительно проходили очень увлекательно, интересно. Особенно хотел бы поздравить призеров, победителей этих соревнований. Нам очень понравилось соревнование, которое были между Алексеем Молчевым и Павлом Кузнецовым. Но выиграли сильнейшие, и кому повезет. Я хотел бы пожелать вам успехов.